лето, как много приятного в этом слове. Время открывать пляжный сезон. А пляж – это место, где можно уединиться с природой, насладиться теплым песочком и ласковым солнцем. Какие важные аспекты создают комфортную и уютную атмосферу для отдыха? Давайте разбираться. А начнем мы с пляжа, который ежегодно проверяет блокнот, расположившийся в микрорайоне Боровое на реке Усманка. Находится он в доступном месте, куда можно доехать как на личном транспорте, так и на общественном. За год пляж не уменьшился, достаточно просторно, есть где развалиться. Проверим его тщательнее. А для этого мне следует переодеться. Да, внешний вид раздевалки меня, мягко говоря, смущает. Пляж большой, а раздевалка для лилипутов. Смотрите все! Сразу по двум критериям я могу поставить жирный минус. Первое. Чистота и уход. Хороший пляж должен быть чистым и ухоженным, без мусора и лишних загрязнений. А как вы помните, мусор нас встретил прямо при входе в пляж. А также на деревьях растут чьи-то трусы. Второе. Комфорт. Удобные лежаки, зонты, души, туалеты – все это способствует комфортному отдыху на пляже. Но и этого здесь не имеется. Следующий критерий – разнообразие развлечений. Разные виды водных развлечений, спортивное оборудование и другие возможности делают отдых более интересным и насыщенным. Здесь, кстати, имеется спортивная площадка для игры в волейбол, а также футбол. Охранный пункт на пляже отсутствует, а это сводит безопасность отдыхающих к минимуму. Сзади меня вы можете видеть несколько точек питания, в которых можно взять мороженку и охладиться в столь жаркий день. Состояние воды меня не впечатляет. Цвет водички какой-то болотный, я бы не рискнула в нее зайти. В прошлом году этот пляж получил твердую тройку. В этом году ничего не улучшилось, поэтому от себя я ставлю троечку. А что думают о этом пляже отдыхающие? Сейчас узнаем. Какие вы видите достоинства и недостатки? Недостоинства? Да нет тут, в принципе, недостоинств. Достатки только. Все близко. Вон стоит велосипеды. Тут плавают. Все тут хорошо на пляже. Грязно здесь. Грязно. Очень. Шаурма дорогая. Шаурма дорогая. 220 рублей стоит нынче. Дорого, дорого. Хорошо, какую оценку вы ставите по пятибалльной шкале? 3.5. А вы 3.5? Да. Да какие вы видите достоинства и недостатки? Я не знаю, вот играют вот там такие люди в возрасте, и им очень нравится. Вчера они прям так хорошо высказывались. Вот, но так грязновато, конечно. Но молодые люди, кстати, убирали мусор. А как же душевые кабины, там, шезлонги, развлечения для детишек? Я редко бываю, поэтому как бы на это внимание обращаю. Особо я сама даже не купаюсь, а дочку привела, чтобы она как бы отвлеклась от домашней обстановки. Ну а в целом, по пятибалльной шкале какая оценка? Троечка. Достоинство? Ну, достоинство – это песок. Такое ощущение, что на море. Ну, тут есть тоже небольшие недостатки, потому что хотелось бы, чтобы здесь было более чисто. А так еще в чем достоинство? То, что сюда транспорт, можно на транспорте доехать. Вот 371 ездит. Ну, и так на машине, в принципе, от города недалеко. Хорошо. А по пятибалльной шкале оцените, какой оценки заслуживает? Наверное, все-таки на троечку. Всех дают троечку. Да. Ну, потому что хорошее место, и так здесь можно было бы сделать, все оборудовать, и люди бы ходили. Вот. Хорошее, красивое, но есть над чем работать.
Как говорят отдыхающие, есть над чем работать. Но вот кто будет работать? А что думаете вы? Пишите свои ответы в комментариях.